Монумент пионерам освоения Колымы и Чукотки реконструируют. В 1966 году было решено установить памятник тем, кто начинал возводить Магадан и крайний северо-восток. В 1974 году московские скульпторы и архитекторы создали проект монумента. Он представлял собой трех первопроходцев, трехсторонний горельеф с изображением горняка, геолога, монтажника, электрика, рыбаков, колхозницы, представителя коренных народов севера, а также мраморную плиту с картой территории. В 1980 году памятник был изготовлен и уже через 19 лет открыт. Дело в том, что вот этот постамент, он только постамент, это еще не весь памятник. По проекту на этом постаменте должна была размещаться трехфигурная композиция, выполненная из бронзы, там и геолог, и первопроходцы как раз. И это не было сделано, и в настоящее время мэрия города Магадана решила, что необходимо как бы вернуть историческую правду, и памятник создать, воссоздать, изготовить в виде, в том, в котором он должен быть. Поэтому, насколько я знаю, сейчас принято решение, есть уже проект, он сделан, и памятник будет изготовлен и установлен вот на существующем сейчас пьедестале. Реализация проекта уже началась, однако осталось дождаться заключения договора на изготовление бронзовых фигур. Как только его заключат, то специалисты сразу же начнут работать. Бронзовая отливка будет привезена в город и установлена.